Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. С вами по-прежнему на связи Гузель Курманова. И сегодня я хочу с вами поговорить о бесплодии. Тема на самом деле достаточно серьезная, она актуальна очень много. На сегодняшний день пар, которые не могут по каким-либо причинам забеременеть. И очень много вопросов от вас постоянно получаю. Давайте с вами детально поговорим на эту тему. Вообще, что такое бесплодие? Невозможность наступления беременности. То есть это отсутствие беременности при регулярной половой жизни с одним партнером без использования каких-либо средств контрацепции в течение 1 года или 12 месяцев. И срок 1 год объясняется тем, что у 60% здоровых пар беременность наступает в среднем в течение 7 месяцев, а у 10 пар в среднем в течение 10-12 месяцев при регулярной половой жизни без использования контрацепции. И на самом деле, на сегодняшний день, конечно же, медицина не стоит на месте. У нас очень много вспомогательных репродуктивных технологий, которые помогают очень хорошо решать вопросы, связанные с бесплодием. Однако, на сегодняшний день есть и такие ситуации, которые, к сожалению, не получается в современной медицине решить. Итак, самое главное, конечно, для того, чтобы решить вопрос с бесплодием, нужно в первую очередь найти причину и установить, почему такая ситуация, что пара не может забеременеть. И для начала, конечно же, важно определиться с тем, что бесплодие бывает женское, бывает мужское, бывает сочетанное или комбинированное. То есть, когда беременность не наступает по причине патологии у обоих половых партнеров. Также любое бесплодие может быть первичное, то есть когда беременностей и детей вообще в принципе не было в течение жизни, а также может быть и вторичное бесплодие, когда у пары уже до этого были успешные беременности. Также хочу заострить ваше внимание прямо на том, что при бесплодии, конечно же, необходимо обследоваться обоим половым партнерам. То есть, чтобы не было такого, что очень часто мужчины думают, беременность не наступает, виновата женщина, пусть идет, и она занимается обследованием, лечением и так далее. Нет, друзья, это в корне неправильный подход. Мужчина также должен ответственно подойти к вопросу планирования беременности. Он должен обследоваться и консультироваться у уролога для того, чтобы исключить мужские факторы ненаступления беременности. Почему? Потому что если причина будет там, то здесь, конечно же, нужно будет решать вопросы с урологом. Вот. Давайте мы детально остановимся на женском бесплодии. И на сегодняшний день существует 5 основных групп женского бесплодия. Первое – это эндокринное или яичниковое бесплодие. Вторая группа – это трубно-перитониальное бесплодие. Третья – маточное. Четвертая группа – шеечное бесплодие. И пятая группа – это другие виды бесплодия, например, связанные с эндометриозом, иммунологическими нарушениями. Давайте детально поговорим, какие же основные причины влияют на то, что беременность не наступает. Во-первых, расстройство овуляции. То есть, когда происходит нарушение выхода яйцеклетки из яичника или, например, недостаточная функция яичников, то, конечно же, в таком случае из-за этого беременность не наступает. Если есть непроходимость маточных труб, мы с вами понимаем, то здесь тоже, конечно же, беременность не может наступить. Если есть какие-то воспалительные заболевания матки, миомы, полипы, перегородки в полости матки, либо спаечные процессы органов малого таза в результате каких-то перенесенных инфекций. Особенно очень часто к этому приводят хламидии, гонорея, эндометриоз органов малого таза. Наличие каких-либо хронических заболеваний у женщины, таких как, например, нарушение углеводного обмена, в частности, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, например, гипотиреоз. Заболевания надпочечников, ожирение, все это, конечно же, влияет на репродуктивную функцию. А также к факторам, провоцирующим бесплодие, относятся воспаление органов малого таза, вредные привычки, алкоголь, курение, употребление наркотических препаратов, длительные изнуряющие занятия спортом, особенно бег.
И здесь, конечно же, в первую очередь рекомендую начать с обследования. И для начала с доктором нужно, важно, правильно собрать жалобы, анамнез для того, чтобы выяснить, какие же факторы в жизни женщины могут блокировать наступление беременности. Важно обязательно показать своему доктору, если у вас в течение жизни были какие-то перенесенные заболевания, операции, травмы, все, начиная с детского возраста, обязательно показываем это все доктору, чтобы доктор мог внимательно изучить все ваши анализы, заключения смежных специалистов, потому что это все может влиять на наступление беременности. Дальше обязательно доктор при осмотре проводит гинекологическое обследование, забирает необходимые анализы мазок на микрофлору, на онкоцитологию. Помимо этого, доктор, конечно же, порекомендует инструментальные методы исследования, в частности, ультразвуковая диагностика. Вот. И, конечно же, здесь обязательно я рекомендую смотреть гормональный профиль, такие гормоны, как ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, ТТГ, тестостерон, ДГА. Обязательно посмотрите антимюллеров гормон, потому что может быть там снижение вариального резерва, да, и мы понимаем, что все наши попытки будут бесполезны, если там очень сильно снижен уровень АМГ. Вот. Большую часть анализов, конечно же, гормональный профиль мы сдаем на 2-5 дни менструального цикла. За неделю до ожидаемой менструации рекомендую сдавать прогестерон, поскольку это гормон все-таки второй фазы менструального цикла. С целью оценки наличия овуляции рекомендую делать УЗИ за неделю до ожидаемой менструации. Также для того, чтобы оценить, проходимы ли трубы, здесь можно сделать гистеросальпингографию. Это изучение проходимости маточных труб с помощью введения рентген-контрастного вещества под рентгеном, либо это можно сделать под контролем УЗИ, когда вводится жидкость, тот же самый фидраствор. Ну, на мой взгляд, более современным, конечно же, является под контролем УЗИ, когда мы вводим фидраствор и смотрим, насколько проходимы маточные трубы. Дальше, если возраст женщины более 35 лет, половой партнер, допустим, старше 37-40, здесь, конечно же, рекомендуется еще провести консультацию врача-генетика для того, чтобы можно было исключить наличие каких-либо генетических факторов. Если у женщины уже длительное бесплодие, то, соответственно, конечно же, рекомендуется провести такие инструментальные методы, как лапароскопия. Она может проводиться не только с диагностической целью, но и с лечебной, для того, чтобы определить причину ненаступления беременности. И, соответственно, если доктор что-то при лапароскопии найдет, он эти причины, соответственно, будет устранять. Относительно очень, очень большого количества вопросов, которые вы постоянно задаете, а как же лечить бесплодие, здесь, друзья, конечно же, в первую очередь нужно отталкиваться от причины. То есть вы обследовались, нашли причину, и, соответственно, дальше важно устранять эту причину. И на самом деле вопрос лечения бесплодия – это такой очень обширный вопрос, и он на самом деле очень индивидуален, потому что лечение бесплодия будет зависеть в каждом конкретном случае, лечение будет индивидуальное, поэтому здесь, конечно же, нужно обязательно уже детально с вашим лечащим врачом разбирать вопросы лечения бесплодия, потому что, может быть, вам нужно просто восстановить гормональный фон, привести в порядок цикл, появится овуляция, вы самостоятельно забеременеете. Да, если медикаментозно не получается, у нас есть различные хирургические методы лечения. Если уже все это не помогает, то у нас есть еще вспомогательные репродуктивные технологии. И, конечно же, здесь я говорю, до такой степени вопросы лечения бесплодия, они индивидуальны, в каждом конкретном случае они уже решаются персонально, исходя из вашей текущей ситуации. Поэтому, друзья мои, я всегда говорю, не отчаивайтесь, если вы длительное время не можете забеременеть, это не повод для того, чтобы вы переживали. У меня лично достаточно большой опыт по работе с бесплодными парами.
Я уже более 13 лет в практической медицине, и, конечно же, все это время я очень плотно работаю по бесплодию, и эта тема мне очень близка, потому что, я говорю, очень-очень много бесплодных пар, и достаточно эффективно получается решать эти вопросы. Поэтому если вы нуждаетесь в решении вашего личного вопроса, вы можете обратиться ко мне на персональную консультацию. Для этого переходите по ссылочке под этим видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем огромного здоровья, скорейшей беременности. Берегите себя и до новых встреч!